Танцевальный центр Джелеро теперь принимает криптовалюту Единаркоин, сообщает официальный сайт Единаркоин. Танцевальный центр Джелеро в городе Тернополь в Украине предлагает жителям и гостям города посетить занятия хип-хоп, джаз-фанк, хаус и многих других танцевальных направлений. Более подробная информация о Джелеро доступна в официальной группе танцевального центра ВКонтакте по ссылке в описании этого видео.